Спасибо, Денис. Ну а разобраться в вопросе спортивного питания мне поможет Анатолий Богачев. Здравствуйте. Здравствуйте. Всем привет. Нужно ли вообще новичку спортивное питание? Да, новичку нужно спортивное питание. Спортивное питание очень много функций. То есть оно также помогает скорректировать фигуру и подпитать организм в экстремальных нагрузках. А с какого спортивного питания лучше начать? Я бы порекомендовал начать с фундамента. Фундаментом для организма являются протеины и аминокислоты. Протеины, то есть это простонародный белок, то есть зачастую его не хватает в рационе питания. Поможет лучше держать мышцы в форме и также обеспечить частично энергетический потенциал организма. Также существует такая аминокислота L-карнитин. То есть она занимает промежуточное место между аминокислотой и витаминоподобными веществами. То есть это более щадящий, более подходящий вариант для жиросжигания. Я слышала, что есть жиросжигатели. Как они работают? Жиросжигатели помогают более комфортно, более короткие сроки убрать лишний жир из организма. А что касательно углеводов в спортивном питании? Углеводы в основном для организма нужны для обеспечения энергии. То есть это самый дешевый, доступный источник энергии для организма. После физической нагрузки у нас истощается гликоген. И нужно стараться восстанавливать гликоген углеводами. А белки и жиры он не расходовал. Что очень важно, покупать спортивное питание в специализированных магазинах. Очень важно получить хорошую, доходчивую, квалифицированную консультацию, чтобы вы не потратили зря ваши деньги. Спасибо вам за информацию. Будьте уверены, что в магазине спортивного питания BabyFit вам с радостью все объяснят, все расскажут и покажут. Ну а мы возвращаемся к герою клуба 180 Олегу Осипову.